Видишь бочки? Химия какая-то. Склад, ну или как это, могильник. А майку, может, местные повесили, чтобы подальше убраться. Спасибо, родной. Ладно, так. Ну чё, Артём, хватаем и понесли? Еще чего. Я сама. Сама пойду. Отсижусь пару минуток и двину. Старику уже, наверное, крышу рвет. Представляешь, с его доченькой что-то приключилось. Пап, это я. У меня батарея в рации сдохла, промочила ее. А так все в норме. Артём и ребята тут. Анька, ты инфаркт за старика доведёшь. Вернешься, получишь ремня. Сэм, это ты там? Спасибо, что помог найти Анну. Теперь ты ее за шкирку и тащи сюда. Надо провести с ней душеспасительную беседу. А тут еще Степан гражданских на борт тащит. С ума все подсходили. Честно, беги, лучше помоги Степану отца моего уговорить. Это он про Катю с Настей. Тёма, правда, мне лучше. Все нормально. А чё, Сэмчик, как настоящая-то база оккупантов выглядит? Скажи, чтобы мы знали, если наткнемся. Ну как? Во-первых, везде огромные гуманоидные роботы с американскими флагами. С ядерными реакторами в джобе. А во-вторых, так нормально. Бургеры, френч-фрайс, милкшейк. Я с тобой серьезно, блин? Че ты кривляешься-то? Ну и я с тобой, давай буду серьезно. От какого хера мне надо знать, как выглядят сегодня базы, мэн? Я на них не был сколько? 25 лет? Забор, вышки, патрули, техника, здания. Базы выглядят как базы, мэн. Oh.
Артём, выручай. Старик уперся, не хочет. Мы пойдем назад, наверное. Да куда вы пойдете? Вас там теперь сожрут святоши эти. Ну, ладно уж. Сожрут. До сих пор не сожрут. Привет, Артём. Согласен. Добро пожаловать в экипаж. Спасибо, не подведу. Привет, Артюх! Видишь, как все срослось? Артём, подойди. Садись. Артём, у нас появилась возможность перебраться через мост без штурма. По реке регулярно ходят караваны, мостовики с ними торгуют. Под видом торговцев мы скрытно проникаем к ним и опускаем секцию моста. По словам Кати, механизм в порядке. Сработаем быстро, и мостовики нас не остановят. А если попытаются, мы переправимся в любом случае, чтобы эти мракобесы там себе не думали. Хотят крови, получат. Остается только дождаться посудину торговцев. Товарищ полковник, ну как мы их тут-то бросим? Сожрут ведь! Степан, ты голову пробовал включать? Ты знаешь, куда мы едем? Знаешь, что по дороге будет? И куда Степа мы их в Авроре втиснем? На ящиках с углем спать? Но мы-то ладно, по-спартански. Но женщину, да еще с девчонкой 6-летней, как тут разместить? Да я свой матрас отдам, а сам в кочегарке. Отдохнешь на все сто, и на первом же дежурстве тебя сонного вражеский диверсант зарежет. Все равно нельзя их оставлять. Так давайте достанем тот вагон, о котором Катя говорит. Ну не можем же на ребенка тут бросить. Да и вообще, сколько можно в проходах валетом спать? Ай, ты явилась. Как? Как мы его достанем? Аврору я туда не погоню. Тут и думать нечего. И не надо Аврору. У меня в терминале дрезина припрятана. Ей вагон тащить, что два пальца в асфальт. Сейчас мы с Артемом за ней смотаемся и пригоним. Христя не пущу. Мы в 4 руки до утра с ремонтом проводимся. А деле вообще ничего не гарантирую. Ладно, черт с вами, со всеми. Хватит из меня чудовище лепить. Если вагон добудете, возьмем гражданских на борт. Артём, займешься? Ну, Артём, заметим караван, бросай все. Прорваться через мост основное, сам знаешь. И этот шанс я не упущу. Спасибо, папа. Так и быть, обещаю подумать о внуках. Держи, Артём, это от дрезины предохранитель. Без него не поедет. Машинка надежная, зуб даю. Мы с ней почти полмира, из конца в конец. Товару перевезли, страшное дело. Из стольких передряг меня вытащила. Артемыч, раз уж ты один, получается, в терминал идешь, слушай, путь не близкий, что хочу сказать-то. Если по темноте отправишься, меньше шанс на бандюков напороться. Они тогда по нычкам своим греются. Но ночью тоже не того, не прогулка будет. И зверья много вылазит, и молнии там шаровые местами. Их святоши за демонов электрических держат. Так что ты покумекай сам, когда лучше выдвигаться. Артём, я в тот район князя в дозор отправил за мостом наблюдать. Связь там не важная, одни помехи. В общем, если встретишь его, получишь последние данные по окрестностям терминала. С Аней и Степаном сговорились, небось. Да я за этих двоих не меньше вашего переживаю. Просто не факт, что здешние святоши хуже того, что нас ждет впереди. А, ну ладно уж.